Германии приняли постановление о введении послабления для ревакцинированных. С этой субботы бустеры, контактирующие с инфицированными людьми, больше не должны находиться на карантине. Однако исключения самостоятельно ведут федеральные земли. Бустеры – это те, кто получил ревакцинацию через несколько месяцев после вакцинации. В настоящее время это касается более 40% населения. К другим темам. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер допустила блокировку Telegram, если руководство мессенджера откажется выполнять немецкие законы. Германия требует, чтобы Telegram в соответствии с местным законодательством назначил в стране официального представителя. Это необходимо для оперативного удаления нелегального контента. Налоговые сборы за содержание собак в Германии достигли рекордной суммы почти 400 миллионов евро. Так, например, в Берлине содержание одной собаки обойдется ежегодно в 120 евро, а за каждого дополнительного питомца в семье придется платить уже 180 евро. Кстати, впервые в ФРГ налог на собак был введен в 1807 году властями Оффенбаха. Владельцев обязали ежегодно сдавать в казначейство по серебряной монете – рейхсталеру. Международный Берлинский кинофестиваль пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля с учетом всех коронавирусных ограничений. Вместимость кинотеатров Берлинале сократили до 50%, вечеринки и фуршеты отменили, но для съемочных групп все же будет шанс появиться в сокращенном формате на красной дорожке. Организаторы Октоберфеста заявили, что в этом году все-таки планируют вернуть знаменитый пивной фестиваль на улице Мюнхена, но с ограничениями из-за коронавируса. Возможно, применение правил 2G, то есть к веселью получат допуск только вакцинированные и переболевшие ковид. Непривитым, кроме маленьких детей, вход будет воспрещен.